защищай мир. Я помню, как йотуны делали эти браслеты для статуи Тюр. Для этой работы отбирали самых искусных и опытных мастеров. Отличная память, Фрея. Как и Тюр, йотуны верили, что лучшее нападение — это хорошая защита. И вот так они решили воздать ему честь. Великаны были правы. Откуда здесь замерзший дракон? Это зверь Бальдра. Тот хотел увести на нем Атрея. Мы бились на его спине. Ты от него натерпелся. Приказы отдавал Один. Вина лежит на нем. Пойдем к королю, и его ждет то же самое. Ты уже знаешь, от мести легче не станет. А правосудие — это месть? Ты сам должен ответить на вопрос. Наверное, это шлем со статуей Тюра. Завоевываю мы, а не земли. Тюр понимал, что самая важная война идет за умы и сердца людей. Хороший нож. Жаль, ржавый. Драугров. Звали.
Все никак не вспомню, что за бог ее так разозлил. Это не важно. Разве? Если осталась лишь ярость, причины уже второстепенны. Какой прекрасный клинок. Бесполезный. Церемониальный. Кажется, это была последняя крепость асов. Значит, с тиранией Одина наконец покончено. Ты довольна? Да. Надеюсь, миры избавятся от боли и страданий. Да, когда столкнулось наше оружие. Да.
Кажется, это фигурка из южных земель. Разве это не копье со статуей Тюра? Стремись к миру. Готовься к войне. Что ж, думаю, это все. Вряд ли мы найдем еще что-то интересное. Меня всегда восхищала их любовь к Тюру. Там, откуда я родом, богов войны так не почитают. Не все боги войны одинаковы, брат. Да, это правда. Это тот артефакт, про который мы читали? Средство против сонного заклятия? Thank you.
Валькирии будут вечно вам благодарны.